Всем привет, с вами я, Супер, и мы будем продолжать играть в игру под названием Uncharted. Ее не будем проходить, я вам просто покажу базу свою. Назову просто, еще раз назову Супер-Мега-Пупер база, потому что там я уже все прокачал, почти, но потом, думаю, покажу вам. Сначала я хотел бы показать мои скиллы, вот. Думаю, будет видно или не видно. Короче, вам так скажу. Сейчас я открыл Steam. И где мои ачивки? Ачивки. Куда-то пропали. Сейчас я не помню. А, вот, все, нашел. Все достижения. Думаю, вам будет видно. Если не видно, то будет тупо Uncharted меню. Но я вам так скажу. Gration. То есть я получил какой-то диплом. Или что это? Или я начал играть. Такая ачивка. Skillet. Это скилл. Скилл я пробафал почти на все. И килл 1000 зомби, то есть я 1000 зомби убил винтовкой, всем, чем возможно. Радиация, я конусуми соми унсард фуд, я не знаю, но я ее получил давным-давно, 8 августа. И хуандер, колор 1000 ай таймс, то есть я выживал 1000 времени, что ли, секунд, минут, я не знаю. Но это было 18 августа. 2014 года, то есть все старое. И есть еще у меня осталось задание Hero, Бандит, Экспинг, 10 тысяч Experience, то есть 10 тысяч мне надо очков набрать от зомби, 1000 плееров надо убить мне, и что-то на мосту, что-то такое, The Soma, Good Time, я не знаю, что это, Чиз, 2014 Маунтин, я не знаю, что это, 1000 анималс, то есть прицельно убить 1000 зомби, или людей, я не знаю, и срубить и добыть камни где-то 1000 штук, а у меня только 49 добыто. Ну ладно, начнем играть, play, single play, let's go. Я вам покажу, что у меня, вы думаю, кто смотрел мои прошлые видео, я вам скажу, я давно уже не снимал, где-то 5-6, вот за все время, которое я не снимал видео, только сам выживал. Смотрите, я как прожил, какой-то странный звук был. Смотрите, сколько у меня сундуков, сколько у меня вещей, прям миллион прям. Я хочу на самом деле все заново начать, потому что смотрите, сколько у меня вещей прям, я супер крутой стал, супер база, смотрите, сколько сундуков. Окна, жаль, что не настолько большие, то есть дырки тут есть, промежутки. Две кровати, друг там один сохранился тут. Винтовки, дробовики, все возможные аптечки, вон, уколы все, кандибары, то есть я от голода не умру в крайнем случае. Тут бинокли, вот, лазерный прицел, две гранаты, кирки, вот, киркам, чтобы добыть. Вот, смотрите, у меня сколько бинтов. Я никогда не сдохну, потому что у меня 91 бинтов. То есть я фармил, добывал. Смотрите, сколько у меня бандажек, аптечек, антибиотиков, панки, ну, различных таблеток. Газ кэн есть, чинилка есть для машины. Я ее понял, как использовать. PAP map. Ну, это как по-прежнему. И хилка тоже. И смотрите, как я ее пробафл. Везде, смотрите, свет у меня есть. Тут пустой сундук. Много сундуков я понакрафтил, смотрите. Нашел генераторы, научился ими пользоваться. Сделал ловушки из, как называется, электричества. Вот видите, умирают. Ну и вот, я еще купил премиум. То есть я премиум получил бесплатно. От моего чувака. Ну, короче, ну нет, я не получил ее, я ее купил. По-моему, стоп, я вспомнил. Да, я купил ее. Стоило 5 долларов, по-моему. Вот, теперь у меня лицо такое желтое, такое прям. Я могу теперь на серверах играть. Премиумных. Много сундуков, вот броня есть еще, если я сдохну. Вот, много штук. Много для крафта. Вон, смотрите, помидоры. Все вот выросли. Помато. Попкорн. Вот у меня ферма. Мини-ферма, на самом деле. Ее, в принципе, не настолько много. Но, в принципе, нормально. Костер. Фонарные столбы. Не столбы, а вот эти, как называются, я забыл. Как они называются? Нет, не написано. Окей. Вот заднюю часть я не защищал электричеством, потому что, в принципе, не надо. Тут генератор старят. Тут один генератор так стоит. Ну, у меня тут все не вмещается, потому что тупо вещей не могу. И вот электрические штуки. Они вообще крутые, на самом деле. Они не ломаются, во-первых, и, во-вторых, убивают спокойно зомбарей.
Вот. Я бы хотел бы таких побольше бы установить. Но у меня пока вот одна стоит. Вот тут и вот тут. Не, тут стояло две. Да. По-моему, одну сломали. И тут еще металлическая проволока стоит. Ой, зомби меня кусает какой-то. Вот. Зомби, умери. Вот. Я иду сюда, мед. Просто иду. Мясо забираю и как бы и все. Вот тут. А, тут мясо что-то не заспавнилось. Окей. Вон там зомби меня преследует. Но сейчас его звук удар убьем. Все, с одного удара даже. Вот. Как бы, да. Я облутался по полному. Мне только осталось пойти неисследованные, где я не был. Вот. И я вас научу, как на самом деле ферму делать. Очень просто, если вы находите молди корм, то есть просрочку. И вы же ее не можете есть. Чтобы из нее сделать вкусную еду, вы на крафт ставите. Сид выходит. Попкорн сид. Корн сид. Вот. И ее тупо садите. Вот. Я ее, думаю, посажу у себя на ферме. Сейчас я дойду. То есть так можно нафармить себе ферму. То есть, кто не знал. И делать себе большую супер-мега ферму. Но у меня пока тут ничего не вмещается почти. Давай, вмещайся. Вот, где-то вот тут все. Вмещайся. Все, вырастать будет. Вот. Сейчас собрать бы ферму. Вот раз. Собрали одну. Это не выросло еще. И надо брать те, которые выросли. Вот хамстер, вот выросла морковка. Вот еще морковка выросла. Подбираем. Из нее можно еще раз сделать сиды. А вот мне интересно, вот выросла же свежая морковка. Вот мне интересно, вот если ее вот так поставить. Две семечки, вау. То есть можно так больше и больше делать из свежих штук. Большую ферму. То есть да, это на самом деле круто. Это что? Это у нас помидор. Помидором. Давайте соберем помидором. То есть, смотрите, я два помидора собрал, одну ставлю. И получается из одной. То есть две семечки. Да это круто. Это круто. И на самом деле на этот крафт я бы хотел бы палки использовать. То есть тут палки не используются, она получается из ничего. То есть из ничего. То есть эти палки ниоткуда просто. Тупо ниоткуда. Это тупо читерство. Надо типа палки использовать. У меня палок на самом деле древесины очень много. Вот, 15 штук. И вот я ферики использую, ферики вот такие, если ночью темно, потому что у меня на базе нету вот этих прожекторов. И, ну, как бы и все. Я не знаю даже, про что сказать про свою базу. Колу сюда положим. Морковку сюда положим. Да. И напишите в комментариях, когда мне начать все заново, то есть, или когда сами авторы этой игры захотят изменить, то есть удалить все базы, если у них там сервера залагают, удалить все и начать, то есть все заново, то я начну все заново. Ну, напишите, как тут начать все заново, потому что я не знаю, что там заспавнилось, смотрите, на лестнице. Тогда я помню, друг, что тут? Ткань это или что? Я не пойму, что это. А, записки тупо положил мой друг. Вот. А как мне выходить? Ё-моё. Вот он, ловушку. Ой, я упал. И на ловушку свою же упал. Вот. Я не знаю еще про что сказать, на самом деле. Ладно, тогда буду на этом заканчивать. Я вам не буду показывать, как я буду тут выживать. Это будет тупо скучно. Начну тогда, когда будет более или менее интересно. Так-то я все уже собрал, все скрафтил, почти. Почти все. Мне осталось только найти машину скоростную и вот такую розовая какая-то машина. Вот. И все. Еще найти мне надо БТР. Такая есть машина в военной базе. Я ее на самом деле узнал случайно. Есть такая каза машина, которая медленно едет, но прочность у нее большая. Вот. Ой, вот. Я еще нашел такую полицейскую машину только что. 6 литров бензина, окей. Я вот здесь своей базы поставлю, то есть, чтобы две машины было. Но обычно я ее использую только зеленую. Вот тут сюда установлю. Все, выйдем. Теперь у меня будет еще полицейская машина. Давайте, зомбари, ко мне. На. 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 Давай, давай. А, у меня закончилась энергия. Чтобы критический урон. Ну, ладно, тогда я буду на этом заканчивать. А с вами был я, Супер.
Всем удачи, всем пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И подписаться на мою группу ВКонтакте. Она будет в описании к ролику и в комментариях под видео. Ну, как бы все. А с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока.